Китайское искусство снова сияет в Гонконге. Так называется представленная в Пекине художественная программа, в рамках которой жители специального административного района КНР смогут увидеть страну глазами самых известных китайских художников. Около 30 фильмов об их творчестве, снятых по заказу медиакорпорации Китая, скоро покажут по телевидению. Я уверен, что эти замечательные фильмы помогут как жителям Гонконга, так и зрителям всего мира понять глубокую и прекрасную культуру нашей страны, оценить необычайное очарование китайской цивилизации и современного Китая. Знакомство с китайской живописью в Гонконге начнется со школ. Детям покажут цифровую выставку «Нарисованная песня». Благодаря современному подходу, с помощью мультимедийных технологий, зрители с разным уровнем культурной подготовки смогут оценить размах и глубину китайского искусства, пронесенные сквозь тысячелетия. В церемонии презентации программы приняли участие и сами герои фильмов, выдающиеся китайские художники. В знак признания заслуг в сохранении наследия и развитии китайской культуры им вручили специальные премии телеканала CGTN «Мастера искусства Китая».